молитва – это когда участвует сердце, душа и наше все внимание, когда сосредоточены, когда мы действительно открываем свое сердце, свою душу и свое желание к Богу, Божьей Матери, к святым, тогда она имеет смысл, есть контакт. А если мы только устами глаголим, нет этого участия нашего сердца, души и нашего мысли, это является только словословием. Правда? Так что вот давайте, чтобы так немножко вас настроить, стоя перед иконой Божьей Матери, прочитаем молитву. Ко Пресвятой Владычице Богородице, преклонящей души сердец, колено души сердец наших помолимся. Прими ее все благословенное всем мощной Госпоже Владычице Богородице Дева, сия молитвы со слезами Тебе приносимая от нас, недостойных раб Твоих, по Твоему цельбоносному образу, пение воссылающих со умилением, яко Тебе самой здесущей и внемлющей молению нашему, пока ему ж добо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, расслабленные и недужные исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимые от бед избавляеши, прокаженные очищающие и малые дети милуеши. Еще же, Госпоже Владычице Богородице, от уз и темниц освобождаеши, и всякие многоразличные страсти врачуеши, вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице, не престай молиться о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся с умилением пречистому Твоему образу, и надежду имущих невозвратну, и веру несумненну к Тебе, Преснодеве преславней и непорочней, и Христу а заступающего есть. Ты уго сама помози нам, яко немощно, покорми, яко странный, настави нас, яко заблудший, уврачу и спаси нас, яко безнадежный, не имам людей Бога.